Вот такие у нас бугры на дуват. Видно, прорвал, бежал. Но сейчас уже не бежит. Не провальнуться бы сюда. Вот поднял. Не было его. Вообще вон какой поднял. Потому что вон по березам видно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Вот это бугрина. О! Вот да. Вот он рванул, видать. Он даже провалился. Целая воронка. Не ё-моё там. Дрень какая. Вообще, сколько льда вон, видится. Вот туда. Сейчас присяду на коленка. Вот видите? И туда глубоко уходит. Сейчас попробую кину камень. Слышите? Вот. Не провальнуться бы вообще с этим бугром. А то вот как тут. Вот эта воронка. Он еще больше был. Видать. Эх, как я прокараулил. Он уже валится. Ладно, пойду. А то можно провалиться. Всего доброго. Видите? Я говорю, интересно, найду что-нибудь. Нашел. Вот это бугор был. Ё-моё. Это его здесь прорвало, и он попёр. Я не знаю, там какая глубина. Нормальный шурф можно сделать. Потом. Не лазьте там, упадете. Вот так вот. Вот такие у нас надувает. Ладно, пойду. Вон у меня лежит. Это. Пальма-то. Я ее Дунькой зову. Ё-моё. И вот она все-то сочится еще. О. Стоит порыться, посмотреть что-нибудь интересно. Вот это подняло, так подняло. Вот видно, рвануло. Здорово, бежало. Даже вон сколько туда нанесло песку. Там вон все-то сочится. Тут вот. Вот такая горка. А тут тромно было. Видите? Вон кусты там. Ну, всего доброго. Пока. Вот так у нас творит вечная мерзлота. И получается. Ну, пока. Не хворайте, не болейте. Чтобы у вас так не было.